Кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. Можно ли считать разведенной женщину, которая зарегистрировала предыдущий брак только в ЗАГСе, но не венчалась в церкви? И будет ли прелюбодейством обвенчаться с ней? Безусловно, будет. Просто в церкви так относится, что венчание, как одно из великих таинств церкви, оно покрывает грех человека. Потому что каждое таинство, как в нем к душе прикасается благодать Святого Духа, она очищает. А так, конечно, это есть брак, он даже независимо от того, венчанный он, не венчанный, всегда является браком. Просто бывает брак зарегистрированный, это брак гражданский, а бывает брак еще и венчанный, это брак церковный. Вот. Поэтому, ну, то, что сейчас называют блудное сожительство гражданским браком. Но это люди часто такие придумывают термины, чтобы не так стыдно было. Да, чтобы не так было стыдно, да.